перед нами Демак 250. Он служил для перевозки личного состава. Преимущественно это был командный состав. Также она была излюбленной машиной Ромеля, так называемого хитрого лиса у африканского корпуса. Вот. Эта машина поддерживала в бою. Вот. Была разная модификация. На ней устанавливались пулеметы. Эта машина привезена из Сталинграда. Часть механизма, значит, настоящая. У нас вот, видите, колеса настоящие. Вот, часть уже сделана из современных деталей. Добавлены какие-то моменты. Вот, от Волги 24-й перед добавлен. Вот. Так, ну, какое-то железо еще вставлено, а в основном вот все оригинал. Мы участвуем в реконструкциях, соответственно. Зачем мы сюда и приехали. Я сам из города Можайска. Вот, зовут меня Гришин Егор. Вот, сам я участвую в поисковых работах. Состою в поисковом отряде. И также вот занимаюсь и участвую в реконструкциях. Это зимнее обмундирование вермахта. Вот, излюбленные пряжки Гудметун, с нами Бог. Получается, у нас дальше идет портупея. Это патронтаж. Немцы носили слева и справа. Но у меня здесь есть подшлемничек, так что поэтому тепло. По оружию. Так, перед нами Маузер К-98. Изготавливается он в разных странах. Вот. В данном случае у нас югославский вариант. Вот. Даже имеет свое название Джулия. Юлий. Ну, то есть по-разному как там читается.